Я сейчас нахожусь в декрете, у меня маленькая дочь, и буквально 2 года назад я поехала показывать ее своей бабушке в Тамбовскую область. И когда я зашла домой, я увидела у нее огромный мешок с варежками, удивилась, спросила, зачем столько навязала, на что она мне только пожала плечами, собственно, не смогла ответить на этот вопрос. Я забрала весь этот мешок и поняла, что надо брать инициативу в свои руки. Я сделала фотографии, выложила это все в социальных сетях. И буквально за месяц все варежки разобрали, как горячие пирожки, все 80 пар, которые я привезла. Я поняла, что людям это очень интересно. Собственно, я взялась за это дело уже в следующем году. Конкретно подготовила бабушку, сказала, чтобы она продолжала вязать. Нашла мне еще 2 подруг по соседству. И вот уже к следующему году у нас было порядка 200 пар. Их тоже начали очень быстро разбирать. Мы поняли, что нам нужны еще варежки, еще бабушки. Но тут как раз начали поступать заявки извне. То есть бабушки сами писали в социальных сетях. Это было самым, наверное, удивительным, что произошло за все время. Я Новикова Валентина Павловна. Мне 85 лет. Вязанием я увлекаюсь очень давно. Сейчас в основном увлекаюсь вязанием шалей. Ко мне как-то зашла соседка, она пользуется интернетом. И она мне сказала, что есть такая Даша, и, значит, дала мне ее номер телефона. Я ей позвонила. Даша ко мне пришла. Мои шали ей понравились. Без интернета я, конечно, не могла бы продать столько шалей. А так как через интернет эти шали хорошо продаются, то у меня есть желание вязать и вязать. Меня зовут Мария Ивановна, фамилия Аксенова. Мне 75 лет. Я уже вот вяжу 35 лет. Я люблю платки вязать, косынки, варежки, носки, свитера, кофты. Все я вяжу. А сегодня, благодаря интернету, люди смогут увидеть и мою работу. Заказывайте варежки в интернете, и вы не пожалеете. Ведь они связаны и бабушками, и с любовью. Смогла бы я продать столько вязаных изделий без интернета и помочь бабушкам почувствовать себя нужными?